преддверии весенних каникул активисты из сообщества «Родительский патруль» школы номер 1 совместно с городскими волонтерами и представителями госавтоинспекции вышли на дорогу. Их задача – привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей. В силу своего возраста, психологических особенностей и отсутствия жизненного опыта, дети являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. Часто юные горожане забывают об опасностях, которые подстерегают их на пути. С целью недопущения ошибок, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям, и была организована акция «Внимание, каникулы». Обычно это мероприятие проводится вместе со школьниками, но в этот раз свои коррективы внесла эпидобстановка в городе. Вместо учеников совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогу вышли неравнодушные родители и представители волонтерского штаба. Мы эту акцию готовили давно, тщательно, подбирали материал, который будет интересен как пешеходам, так и водителям. Активисты рассказали пешеходам о рисках бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице в период весенних каникул и раздали им специальные памятки. Сотрудники полиции проверили, как водители используют детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобиле. Пешеходы и автолюбители отнеслись к акции доброжелательно. Напоминаю вам о том, как нужно вести себя на дороге. Пожалуйста, возьмите памятку для своего ребенка и для вас. Спасибо большое. Стражи порядка и родительская общественность намерены продолжать проводить такие рейды регулярно. Они напоминают, что безопасность детей – прежде всего забота взрослых. Помните, ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.